Здорово, народ, и сегодня мы с вами играем самое легкое соло на электрогитаре, ну, одно из самых легких. Тем не менее, я вчера перебирал там музон разный, мне попалась песенка Натальи Имбрули под названием «Торн», помните такой хит MTV еще 90-х годов? И там ведь в этой песне, оказывается, есть соло, да, и практически из двух нот оно состоит. Итак, разберем с вами же его, нам для этого понадобится слайд. И что мы делаем? Мы здесь, значит, играем с вами два лика. С 6 лада по 13 на второй струне мы играем с вами с медиатором за один раз. Это у нас первая фраза. И вторая у нас с первой струны с 10 лада на 5 лад мы съезжаем. И еще раз повторю, что мы делаем это за один раз с медиатором. То есть мы один раз играем внизу и просто слайдом двигаем наверх. И вторая фраза. Так мы играем с вами два раза. И на третий раз у нас здесь есть небольшое ответвление от этой мелодии. То есть, смотрите, мы играем с вами вот этот лик. И здесь, смотрите, какая фраза. Она у нас играется с 10 по 13 лад и назад. И 5 лад. Здесь уже мы 5 лад с вами играем медиатором. И все, и конечная фраза у нас с 6 по 13 лад, опять первая. И на этом у нас с вами все соло заканчивается. То есть оно у нас выглядит вот так. Не правда ли чудненько, а? Скажите. Итак, на этом вот такой вот простой разбор у нас сегодня закончен. Мне кажется, это одно из самых простых соло, которое можно сыграть, тем более на слайде. До следующих встреч.